Традиция проведения заседаний Совета ректоров Татарстана на разных вузовских площадках появилась относительно недавно. Польза налицо, руководителям удалось ознакомиться с достижениями в области энергетики и строительных технологий. Председатель Совета ректоров Республики Татарстан, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров отметил, что подобные встречи вне площадки КФУ стали хорошей традицией. Очень рад, что сегодня мы с вами проводим нашу встречу в этом прекрасном учебном заведении. Как мы видели из презентации, вас, ваших коллег, удивительно, что все работы ориентированы на потребности вот тех и решения тех проблемных вопросов, которые сегодня присутствуют. Темы, вынесенные на повестку заседания, затрагивали наиболее важные вопросы в жизни студентов и университетского сообщества. Учитывая это, кроме ректоров, на совет было приглашено немало компетентных людей. Первый вопрос затрагивал развитие и учет достижений в системе ГТО в вузах республики. Некоторые университеты, например, Казанский федеральный, добавляют дополнительные баллы ЕГЭ абитуриентам, заработавшим золотой значок. Общая программа по внедрению ГТО разработана Поволжской академией физической культуры, спорта и туризма. Она же готова взять на себя затраты по внедрению программы. Нужно всем вузам республики активно включиться в эту работу. Большинство уже разработали и начали реализацию плана по внедрению комплекса ГТО среди студенческой молодежи. В ряде вузов систематически проводятся мероприятия для выполнения испытаний комплекса ГТО в тестовом режиме. Также была предложена реализация проекта «Малая академия муниципального управления». У данного подразделения университета накопился внушительный опыт работы с муниципальными служащими. Несмотря на то, что обучают на площадке КФУ, студенты в проекте собраны из разных вузов. Не обошли стороной и важное предстоящее событие студенчества – российскую студенческую весну, которая пройдет в Казани с 15 по 20 мая. Обсудили организацию проведения мероприятия. Предложение продлить полномочия Ильшата Гафурова на должности председателя Совета ректоров Республики Татарстан было поддержаны единогласно. Совет вынес соответствующее решение. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.